здорово. Привет. Кофейку попьем? Ну да, кофейку надо попить. Давай, мне, если можно, эспрессо один. Эспрессо? Да, и 3 сахара. Ага, так, сюда? Ну да, да. Сюда. Сюда. Ну, о чем? Ну-ка, оставь. А, взял. Взял. Съел. Так, что дальше? Кредит 100 рублей. Погоди. Сахар надо отрегулировать. А, сахар? Ну, достаточно. Это? Да. Ну-ка. Что тут у нас? А, готовится кофе. Нет, это понятно. Смотри. Музыка. А с тем автоматом осечка. Стоп. Это рабочий автомат. Не, погоди, а деньги? А деньги сейчас он тебе кофе сготовит. И вот возврат монет. Сдачу он тебе выплюнет. Ну, из 2 автоматов 1 раз. Он готовил кофе-то? А, вроде готовил. А что так мало? Смешал. А так показывает. 60 миллилитров, 75 миллилитров. А, 60 миллилитров. Так, погоди, стоп. А сдача? Нажимай сдачу. А где? Что, нету? Нету. Так вот. А сдача где? Внесите сумму. Запрет. А сдачи-то нету, ёп. Так. Он мне должен? Он мне должен? 75 рублей. Нифига себе. А. Слушай, а что это нахальство? Что это он? 25 рублей сунул, значит, кофе 60 миллилитров и 75 зажал. Ну здорово очень. Это прям непорядок, такой ребята, беспредел. Такие. Чё, а? В службу поддержку нас звонит. Между прочим, не первый автомат уже такой в городе. А? Не первый автомат уже такой в городе. Не первый автомат. Девушка, извините, пожалуйста, вы кофе пьете вот в автомат? Нет, не пьете? Да ладно, хрен с ним. Хватит. Итак, 8 831 213 64 60. Сейчас позвоним. Нифига себе, 75 рублей зажал. Это надо же, блин, горело. Елки-палки. Никогда вот в эти автоматы не совался и не буду соваться. Алло, здравствуйте. Это служба, которая это автоматами заведует, кофейными, да? Я как понял. Так, значит так, я сунул 100 рублей в аппарат экспресса, 25 рублей. Кофе выдал, сдачу не выдал, 75 рублей. Что у вас за фигня такая? Что в одном автомате, что во втором? А? Мне что вас ждать, целый час что ли теперь? Мне не надо вас ждать целый час. У вас тут автомат все жрет. Вот так вот. Вот так вот. 75 рублей. Вы хотите сказать, что из 70 рублей мне не надо орать, что ли? Вот, короче, я попил не за 25 рублей экспресса, а на все 100 рублей. До сих пор их нету. Я чихал, я ставлю назад в этот аппарат вот этот стаканчик. Больше я сюда не подойду, так как здесь натуральный лохотрон, в том ящике лохотрон, самый натуральный, блин, горелый. Везде не сдает сдачу, елки-палки, всем наплевать, всем насрать. Елки-палки, это что за такое? Бардак дзержинский, просто-напросто бардак дзержинский. Все, это все пойдет в интернет, все.